Матч 10-го тура против Уфы стал для туликов генеральной репетицией перед зимним футболом. На градуснике всего плюс 5, а красно-желтая Торсида, несмотря на холод и позднее время матча, греется и развлекается на фан-зоне в ожидании встречи с соседями по турнирной таблице. Кто-то пьет чай из самовара, кто-то гоняет в футбол, а кто-то подтанцовывает в такт фолк в Атаге «Соловьи-разбойники». Что футболисты, что болельщики готовились к матчу в одном настроении. Команда и ее 12-й игрок прекрасно понимали, что сегодня, здесь и сейчас нужно доказать в первую очередь себе, что результат в Екатеринбурге – это досадная случайность. Будем играть в атаку, а Уфа противопоставит, скорее всего, автобус в обороне. Мы, как Тула, поможем всем, чем можем, то есть поддержим, как можем, соответственно. Но и они должны нам показать, что они могут, чтобы они победили в этой игре сегодня. И они показали, что могут. С первых минут сотого матча в премьер-лиге оружейники закружили команду соперника. Стандарты, проходы по бровке, дальние удары. Уфимцам оставалось лишь защищаться. На 17-й минуте супермомент был у Кангвы. После передачи Джорджевича Эванс перекидывал мяч через Белинова, но каких-то сантиметров не хватило, чтобы снаряд закатился в ворота. На 38-й минуте сразу четырежды Арсенал бил по воротам, но автобус Уфы выстоял и, более того, под занавес тайма Игбун точным ударом в девятку отправил команду в раздевалку с разным настроением. Спасибо, да, полностью контролировали первый тайм, имели очень много моментов, но не реализовали их. И вот у них в конце, на последних минутах, полузащитник мяч принял, я ему чуть-чуть дал на расстояние, и он на самом деле хорошо еще пробил. Второй тайм превратился в осаду ворот Белинова. Гости почти в полном составе отошли на свою половину. Олег Кононов освежил группу атаки. Вместо потратившего много сил Кангвы вышел Ткачев. И именно его удар с лета заставил Белинова отбить мяч в сторону Костадинова, который головой вонзил мяч в сетку ворот. Когда ты не выигрываешь, ты всегда начинаешь идти, ищешь, искать оправдания, но статистика показывает, что у нас сегодня было больше 20 ударов по воротам, и их вратарь спас 3-4 гола, поэтому, в принципе, нам не хватает только немного удачи и уверенности. К концу встречи Арсенал имел в своем активе 20 ударов. Из них 9 ударов приходилось в створ ворот. К сожалению, из всего преимущества, что имела наша команда, оружейники за этот вечер смогли поразить ворота соперника лишь раз. И я думаю, у них полностью в целом за всю игру там было, я не знаю, 2 удара или 3. Мы полностью контролировали игру, но опять-таки говорю, нам надо забивать. Я думаю, голы придут. 1-1 играем с соседом по турнирной таблице, показывая красивый атакующий футбол. Продолжаем работу и уверены, что философия игры главного тренера туликов непременно порадует нас обилием голов и подъемом в турнирной таблице уже в ближайшем туре.